Войны Путина ценой человеческих жизней, произошедшие за время его правления. 1999-2008. Представитель правительства, первый и второй президентские сроки. Вторая Чеченская война. Продлилась более 10 лет. За этот период погибли военные и наемники РФ. 7300 человек, согласно официальным данным, и более 14 тысяч, по данным Союза комитетов солдатских матерей России. Российско-грузинская война продлилась 6 дней. Со стороны Грузии 412 человек погибли, 24 человека пропали без вести. Со стороны Южной Осетии 765 человек погибли, 118 тысяч человек стали беженцами, 170 военных и наемников РФ погибли. 2012-2022 года. Третий и четвертый президентские сроки. Война на Донбассе. Длится уже 8 лет. Во время военных действий погибли 4150 украинских военных, 3375 мирных жителей и около 5500 пророссийских боевиков и военных РФ. Интервенция России в Сирию. Длится уже 6 лет. В ходе действий погибли 350 сирийских военных, до 3866 мирных жителей. Более 400 тысяч человек стали беженцами. Со стороны РФ погибли около 400 военных и наемников. Война в Украине. Длится 12 дней. За это время погибли более 2000 мирных жителей. Более 1 миллиона 700 тысяч человек стали беженцами. И более 11 тысяч военных РФ погибли. Задайте себе простой вопрос. Зачем? Возвращайте сыновей домой. Они нужны вам, а не Путину.